интересовалась проблема следующего характера, то есть самопроизвольно загорается свет в салоне, то есть вот ключ замка, зажигание немного пошевелил и загорается. Когда вытаскиваешь замок, начинает моргать магнитола, то есть вот этот блок управления полностью моргает. С чем связано, не знаю, но предполагаю, что связано это вот с этой вот коробочкой, потому что вот я на нее нажимаю, происходят щелчки, щелкает реле. Там стоит внутри пружинка, сейчас ее достану, вытяну и поставлю на место. Для того, чтобы добраться до сюда, необходимо снять, открутить вот этот нижний кожух. В общем, здесь вот он снизу стоит. Для того, чтобы его вытащить, нам необходимо снять вот эту вот облицовочную панель снизу. Вместе полностью. Вот открутил эту коробочку. Она крепится на одном шурупе, таком маленьком. И закрывается вот такой вот крышкой, заглушкой. Внутри стоит вот пружиненный элемент. Как раз я его нажимаю, и релюшка щелкает. Добыл я сам элемент с пружинкой. И вот внутри там установлена пружинка. Сейчас разберу, покажу. То есть вот она, пружинка, внутри стоит. Она со временем, ну так скажем, сжимается и уже не обладает нужной жесткостью. Поэтому я ее сейчас просто немного повытяну, установлю все в обратном порядке, посмотрим, что получится. Вот я ее вытянул вдвое. Кстати, посмотрел, пружинка сюда должна подойти от обычной шариковой ручки. Все, установил коробочку на место. И теперь шевелить ключ. Все. Ничего не происходит. Никакого самопроизвольного включения. Еще вечером проверю, чтобы магнитола не моргала. Чтобы уже точно знать, что это было связано именно с этим. Но я думаю, причина была именно в этом. Вот, собственно, и все. Собираем все в обратной последовательности. Все собрано, все установлено, на все прошло, на все про все ушло, ну, порядка 10, наверное, минут, не спеша. Да, кстати, забыл сказать, чтобы снять вот эту вот облицовочную панель, необходимо снять флажок открывания капота. Он там на двух саморезах крепится, вот здесь.